Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровограду. Ваша увага – тема дня. Сьогодні в нашій студії Дмитро Тарасюк, організатор Дня вуличної музики, який відбудеться в Кропивницькому, а також керівник творчої спільної спільноти, творчої спілки Crazy People Group. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую за можливість спілкуватися. Перш ніж почнемо, я розкажу про те, що Діма разом з своїми однодумцями організовують в Кропивницькому захід, який досі ще жодного разу не відбувався в обласному центрі. Ми говоримо про День вуличної музики. Отже, звідки така ідея взялась? Ну, в общем, День вуличної музики, он в 2007 году був впервые, да, там проведен в Вільнюсі, в Литві. А потом поддержали многие страны, там Грузия, Великобритания, Нидерланды. И уже в 2014 году, наконец-то, он пришел в Украину. То есть первый раз его было проведено в Киеве, а уже в 2017 в этом году, случайным образом я наткнулся в интернете о том, что проходит все-таки такой День уличной музыки в Украине. Есть карта Дня уличной музыки на официальном сайте, и по каким-то причинам, ну, по причинам нежелания, наверное, ранее проводить, там нашего города просто не было на карте. Ну, соответственно, зараз едем. Теперь уже есть. Я хочу всех поздравить с тем, что все-таки Кропивницкий вошел в организацию, в список городов, который будет организовывать День уличной музыки в этом году. И я надеюсь, это будет, так сказать, начало и будет на постоянной основе, как мы будем уже каждый год такое проводить. Дмитро, сколько еще мест Украины будут параллельно с нами, чи мы параллельно с ними проводить День уличной музыки? Одновременно уже больше 40. То есть основные города – это Киев, Івано-Франковск, Черновцы, Львов, Луцк, Днепр, Белая Церковь, Харьков, Ужгород, Тернополь. В общем, еще много городов, дабы не перечислять. Я скажу одно, в том числе и Александрия тоже, который уже второй год проводит. А, тобто в них, да, це навіть раніше, да, з'явилось, ніж, да, у нас. Що передбачається свято? Коли говоримо про вуличну музику, очевидно, це вуличні музиканти. Чим вуличний музикант відрізняється від невуличного? Ну, уличный музыкант всегда может стать невуличным музыкантом, это понятно. И, очевидно, про це мріє, правда? Да, то есть я думаю, каждый музыкант, если он играет на улице, то это его развитие, в первую очередь, он не стесняется себя, он хочет проявить и показать себя, то есть свой талант, да, то есть если его замечают, то он уже может играть не только на улице, то есть, ну, и есть еще отдельная культура, да, там уличная, наверное, там какая-то, которая все, наверное, привыкли во дворах играть под гитару, то есть вот и начинается, да, уличная музыка, в принципе, с этого. То есть я думаю, много таких талантов в свое время, тот же самый Соколовский, наверное, начинал тоже с уличной, потом у него были клипы. Да. Практично все, кого слушаешь або читаешь биографию, кого покличете на цей захід, кто візьме участь, сколько коллективов, чи достатньо в Кропивницькому творчих людей для того, аби День вуличной музыки відбувся? Достаточное количество в нашем городе творческих людей, слава Богу. Из приезжих гостей у нас будет группа Well, город Одесса, будет из города Киев Тетрис, это экс-Ласковые усы, и Кривой Рог, группа Зазеркалье. Я просто хочу напомнить, что у нас бюджет ноль, это не коммерческий фестиваль, и из-за этого, да, могли бы пригласить там хедлайнеров и прочее, но, ну, бюджет ноль, опять же, говорю, то есть собираем все своими силами, то есть за счет партнеров, спонсоров, тех, кто нам помогает, огромное спасибо. Я думаю, в дальнейшем не перечислять. Місто, область, офіційні установи допомагають вам? Но все-таки це популяризує і Кропивницький, і це надихає, це створює атмосферу? Помогает, но как бы хотелось бы, чтобы лучше это все помогалось, потому что есть некие проблемы. Официальные письма были направлены еще, наверное, в марте месяце, да, и на область, и на город. Из городских властей, то управление культуры Назарец Анна Федоровна, да, как бы частично помогают по аппаратуре на локации краеведческого музея. И хотелось бы, конечно, больше, да, большей поддержки от власти, так как, ну, область по каким-то причинам пока на сегодняшний день еще ничем не может помочь, по каким-то своим причинам, потому что почему-то ничего нет, оказывается. Буду сподіватися, що не в останнє проводиться такий, да, фестиваль, можливо, коли буде зрозуміло і, ну, наочно зрозуміло, що це вартий уваги захід, то до вас обернеться інакше. Про яку музику ми говоримо, Дмитро, тобто кому цей фестиваль має бути цікавим? Этот фестиваль, в первую очередь, интересен как и музыкантам, так и зрителям. То есть, ну, у нас были формы заявок, которые до 15 числа они заполняли. В этих заявках было сказано, почему вы хотите поучаствовать. Ну, потусить, поджимить, показать себя, пообщаться с другими музыкантами, ну и провести хорошо время, да, там. А для наших горожан, в первую очередь, это увидеть те коллективы, которые они могли ранее видеть где-то так по отдельности, ну, немножко не понимая, кто это и что это.
Еще для музыкантов это в первую очередь показать свои авторские песни, то есть, потому что у нас коммерция это кавера в основном, то есть ну, то, что востребовано. А здесь есть возможность именно показать авторские песни, ну не только, конечно, никто не запрещает, то есть любой желающий музыкант, как и профессионал, так и любитель, то есть мы делили, да, их по площадкам. По самих стилям музыкальных, то у нас и народные коллективы могут быть, и рок, и регги, там, в общем, разные стили, тот, кто умеет и хочет, да, петь. Также у нас задействованы еще музыкальные школы города, духовые оркестры в том числе, то есть, ну, в общем, любого стиля музыканты все будут участвовать на неуличной музыке в нашем городе. Давайте ж нарешті скажемо, де і коли ми будемо насолоджуватися святом музики. Да, в этом году у нас планировалось изначально две локации, но из-за количества музыкантов уже добавилась третья локация. Таким образом, первая локация у нас будет называться «Музей Негустины» возле Краеведческого музея. На этой локации у нас будут с 12 часов музыкальная школа, вернее, с якого дня? Это все у нас суббота, да, 20 мая. Ось теперь уже, в конце тижня. Да, вот, в конце недели. На Краеведческом музее, локация «Музей Негустины» с 2 часов дня у нас музыкальные школы, духовые оркестры. И уже с 5 у нас начинают играть наши местные коллективы. Я могу их перечислить. Это там, «Черное сяево», «Солнце чернозем», «XMP», «Скотч», «Эфир». Следующая локация у нас называется «Не поспешай под парасольками». Ну, район, я думаю, там между Скорини и Не спеши летниками, вот, вот там будет эта локация. Там с 12 часов у нас начинает Зазеркалье, Кривой Рог. И потом группа Босиком, Камьюэй, Ростислав Тетрис, Каменщики, ТСА, Десчулы, ну и Одесситы Вэл и Киевляне Тетрис. И следующая у нас локация, которая уже дополнилась, это назвали ее «Биля трамваю». То есть, ну, все, я думаю, местные все понимают, где это находится. А там у нас сейчас... Він у нас один, тому да, не забукаю. Памятнику трамваю, я думаю, потому что у нас, к сожалению, нет сейчас трамваев. Сейчас у бандуристы у нас начинают, потом с 2 часов там «Анатомия Фелеменс», далее у нас ребята «Now-How Music» идет, и там «Малинкин», в общем, еще добавляется. То есть программа вот такая у нас. То есть идея какая, если горожан идет, то жители нашего города, да, идут, то могут одновременно, получается, на локациях, то есть прошел здесь, да, там понравилось, не понравилось, пошел на следующую локацию, на следующую локацию. То есть вот такой общий громкий музыкальный флешмоб. В принципе, он так и начинался. Вас ця ідея зацікавила, тому що це, ну, мені це нагадує Європу. Зазвичай там завжди в великих і в невеличких навіть містах можна зустріти такі невеликі бенди, які стоять на вулиці і грають, навіть, мабуть, не настільки, аби заробляти, аби просто створювати атмосферу. Так реалізовується. Це наближення до Європи, як вважаєте? Ну, конечно, я думаю, это в первую очередь, потому что, ну, нужно немножко менять культуру, немножко понятия и отношение к музыке в целом, и не только музыке, в самой культуре, да. Есть еще у нас некие фишки, ну, к примеру, Барбара Пол будет отдельную локацию ставить свою, на локации «Не поспешай под парасольками», то есть бесплатно будет стричь и брить любого, каждого, да, то есть вот так вот они подключились. Ну, возможно, еще будут какие-то танцы, то есть, ну, в принципе, это все уже по ходу действий, да, будем. Неофициальные организации вас поддерживали, до кого возвратались? Да, особая благодарность хочу выразить тем организациям, ресторанам, кафе, в общем, которые хоть какую-то дали помощь, да, как бы, вернее, каждый сколько смог, да. Доводилось просить, чи коли чули про то, что вы это организовываете, до вас приходили с пропозицией про поддержку? Ну, были разные, так скажу, то есть иногда просто некоторые, кто не понимал, что это, то есть ранее такого не было, да, нужно было объяснить. Слава богу, есть официальный сайт streetmusic.com.ua, и там, где можно посмотреть, как это ранее проходило в других городах и что это за мероприятие. Перечислить хотелось бы это Вельвет, ночной клуб, Не спеши, Черчилль, Барбер Пол и Барбершоп. Это две барберы у нас парикмахерские подключились. Огромное спасибо Рикмедиа, также это полиграфия, там футболки и прочее. Фонд «Перспектива», сеть вкусных кафе «Старый город», «Горком», «Евразия», «Мокка», студия «Саундчек», кафе «Скорини», «Франсуа», «Портал», «Спилка армян Украины» и торгово-промышленная палата. Инфопартнеры, также огромное спасибо, это канал «Кировоград», «Кировоград-24», журнал «Ланруш», «Тусовка», «Кировоградская правда», интернет, это «Медиа Дозор», «Акула Медиа», «Утренний город» и «Первая городская». Вроде всех перечислил. То есть все-таки поруч с вами много людей. Да, то есть, слава богу, подключились и всеми силами вот так уже
в общем, все да, тянем своим. И, знаете, когда говорят команда, да вот, вот это есть команда, в том числе и те 40 и больше уже свыше организаторов, которые у нас сидят в чате, в общем, День уличної музики «Города». Ми будемо з нетерпінням чекати, і канал «Кіровоград» обов'язково покаже глядачам, хто не з Кіровограду чи не з Кропивницької не зміг приїхати, як це було. Упевнено, зацікавляться чимало людей. Спасибі сьогодні за анонс такий, і глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Дмитром Таращуком, організатором Дня вуличної музики в Кропивницькому, а також керівником творчої спільної групи «Crazy People Group». До суботи, дочекаємося. 20 мая з 12 до 10, День уличної музики. Побачимось, спасибі. Спасибо вам.